Орхидеи, посаженные в контейнере, нужно поливать способом промывания субстрата. Проливать орхидею нужно так, чтобы вода прошла сквозь субстрата равномерно, как через сито. Вся вода после полива должна стечь и не оставаться в контейнере. Таким способом из субстрата вымывается излишки солей, корни насыщаются кислородом. На горшок такого объема необходим 1 литр воды, примерно так, чтобы замечательно пролить орхидею. Орхидея. Полита, истекает вода, да и наша полита. А вода стекает в дно, примерно так.